Всем привет! Сегодня хочу я вам в этом видеоуроке показать, как связать вот такие метеночки волнами красивыми. Вот, смотрите, подойдет такие метеночки на осень. Размер я взяла средний на свои ручки. У меня обхват 17, то есть 16, там где, ну, поуже, как говорится, поменьше. Это, в принципе, у меня, ну, как бы не худые, не полные ручки, вот так вот я вам скажу. Размерчик такой. Довольно-таки средненький подойдет, он тянется еще, смотрите, то есть подойдет еще более для таких как бы покрупнее ручек. В общем, узор такие, как вы видите, волны простые, еще в промежутках между волнами путанка или рис, как еще жемчужная вязка, в общем. Здесь просто чулочная, вот, я бы сказала, даже лицевая гладь и лицевая гладь наоборот, то есть вот. Изнаночными. Резинка 1 на 1 связана очень легким таким способом. Палец вывязан регланным способом. Очень прост в выполнении и очень красиво смотрится. Если вам понравилось, присоединяйтесь, сейчас будем вязать. Для вязания вам понадобятся вот такие материалы. Пряжа. Я взяла свой любимый цвет серый. Это по номеру 684 серый меланж фирмы Alize Lana Gold. Также вам понадобится сантиметр для измерения ручки и сколько вы будете вязать поэтапно, то есть по сантиметрам будем следить. Также ножнички, чулочные спицы я взяла 3,5 и крючок для заправки кончиков и так далее. Также вам понадобится иголочка. Желательно с большим ушком, можете взять цыганку, можете взять обычную, в общем, нам придется делать трикотажный шов для завершения края метеночки. Итак, мы начинаем. Наберите классическим способом 37 петелек. Первые две я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю оставшиеся 35 петелечек. Так, 3, 4, 5, 6 и так далее. 37 петелечек. Вытаскиваете одну спицу и распределяете все петли с этой спицы на 3. Таким образом, смотрите, на первой у вас 13 должно быть. 1, 2, 3, 4. Я просто их переодеваю на вторую спицу. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь на вторую спицу нам нужно переодеть 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И на последней спице у вас должно остаться 13 петель. Проверьте. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Все, у меня все верно. Я надеюсь, у вас тоже. Берем, что мы делаем. Замыкаем круг. Натяните хорошо наш кончик ниточки вот этот. И последнюю петельку набранную переоденьте на первую спицу и сделайте протяжку, то есть с первой спицы таким образом протяните петелечку вот так вот и хорошо затяните одну и вторую ниточку в разные стороны. Итак, мы сделали такую вот своего рода убавочку, протяжку для того, чтобы замкнуть круг. Если вы хотите, просто завяжите узелочек, мне так гораздо удобнее. И с первой петельки начинаем формировать резинку 1 на 1. Первую петельку вяжем лицевой, вторую изнаночной, снова лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Со второй спицы продолжаете. Если была последняя лицевая, значит здесь первая изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, нам нужно провязать до конца ряда, чередуя лицевые и изнаночные, формируя резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так и продолжаете до конца. Итак, первый ряд у нас связан. Второй ряд. Вяжем там, где у нас
были лицевые, там вяжем лицевые. Там, где были изнаночные, вяжем изнаночные. То есть петелька над петелькой, лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Так мы формируем резинку 1 на 1. Таким образом, мы провязали, получается, один полный ряд и второй неполный. Нам таких рядочков всего нужно провязать 16. Так как мы уже провязали практически 2 рядочка, то нам осталось провязать 14 рядочков. После этого я вам расскажу, что мы делаем дальше. Вот мы провязали 16 рядочков резинки 1 на 1. И теперь мы будем вязать... Получается, с лицевой стороны, там, где у нас 11 петелечек на средней спице, это и будет у нас сторона лицевая, где мы будем вывязывать узорчик нашей метеночки. Узорчик будет по схеме вот такой. Теперь мы будем вязать следующим образом. На первой спице от нашей вот краешка, от нашей ниточки, мы должны убавить посерединке петельку. Делаем это таким образом, смотрите. Вяжем все петли сейчас лицевые. То есть провязываете, вот я 4 провязала, 5, 6, 7. А теперь мы каким образом убавим? Смотрите, меняем за... Работой оставляем изнаночную, перед работой поворачиваем лицевую, но вот смотрите, чтобы она лежала косичкой, и провязываем вместе. И, как видите, не видно у нас совсем, что мы убавили. Видите, ровненько петелечка легла. И дальше довязываем все петли лицевыми. И так мы начинаем формировать лицевую гладь внутри ладошки. Теперь мы подошли ко второй спице, где нам нужно сделать узор. В схеме по узору у нас этот ряд без изменения, где были лицевые, там лицевые, где изнаночные, там изнаночные. Так и продолжаем. С изнаночной по изнаночную вяжем лицевая, изнаночная, как резинка 1 на 1 мы вязали. Полностью эту спицу провязываем до конца лицевая, изнаночная. Заметьте, она должна начинаться, еще раз заакцентирую ваше внимание, с изнаночной и заканчиваться также изнаночной. И, подойдя к третьей спице, нам нужно на ней тоже убавить одну петлю посередине. И провязываем все полностью петли лицевой гладью. Я вот провязываю 4, 5, 6. Теперь, как я вам говорила, меняем местами изнаночная за работой, лицевая перед работой, и провязываем их вместе. Обратите внимание, чтобы косичка лежала ровненько и гладенько. И довязываем до конца ряда все петли лицевыми. Теперь в следующем ряду мы вяжем вот на этой спице первой все петли лицевой гладью. На средней спице снова делаем второй ряд по схеме узора нашего. Итак, делаем первую изнаночной, вторую изнаночной, одну лицевую и, одну лицевую, одну изнаночную, две лицевых. И далее делаем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Последняя должна быть изнаночной. И снова последнюю спицу провязываем лицевой гладью и следующую первую спицу провязываем также лицевой гладью. Снова довязали до второй спицы узора и эту спицу мы провязываем, начиная с изнаночной и заканчиваем изнаночной, чередуя лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, так до конца спицы. Теперь снова третью спицу и первую мы провязываем лицевой гладью без изменения. Вот мы подошли снова к четвертому ряду нашего рисуночка и продолжаем. Первая петелечка у нас изнаночная, вторая также изнаночная, лицевая изнаночная,
Мы, обратите внимание, сейчас делаем сторону, где рисик наш, ну, путанка. Теперь, что мы делаем? Снимаем следующие две, это изнаночная и лицевая. Изнаночную за работой вот так вот оставляем, а лицевую переодеваем на предыдущую спицу. Теперь провязываем лицевую, провязываем лицевой, изнаночную провязываем изнаночной. Мы просто их поменяли местами. Теперь следующую пару, изнаночная, лицевая тоже. Изнаночную снимаем, оставляем за работой, лицевую переодеваем перед работой. Теперь лицевую провязываем лицевой, изнаночную провязываем изнаночной. И третья наша пара, изнаночную за работой, лицевую перед работой, лицевую провязываем лицевой, изнаночную изнаночной. И последняя, как всегда, у нас изнаночная. У нас всегда первая и последняя будет изнаночная. И снова продолжаем третью спицу и первую вязать лицевой гладью. Теперь мы подошли к пятому ряду нашего рисунка. Итак, первая, как всегда я вам говорила, изнаночная. Вторая будет лицевая, так как у нас здесь рисовая сторона. Теперь снова изнаночная и делаем наш поворот, нашу дорожку. Изнаночная за работой, лицевая перед работой и провязываем. Лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночная. Теперь снова меняем местами изнаночная за работой, лицевая перед работой. Провязываем лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночной. И третий поворот наш. Поменяли местами лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночная. Теперь провязываем оставшиеся две петли изнаночными, так как это у нас сторона за дорожкой. Будет простыми изнаночными. Одна сторона у нас рисовая, вторая изнаночная. И снова получается у нас третья спица и первая лицевой гладью. Итак, мы на шестом ряду нашего узора делаем первую петельку, как всегда, изнаночной. Вторая была лицевая, значит вяжем ее изнаночной. И снова делаем наш поворот. Изнаночная за работой, лицевая перед. И так нужно сделать 3 раза. Снова меняем. Лицевая, лицевой, изнанка, провязываем изнанкой. Я надеюсь, что вам здесь, в принципе, все понятно. Здесь довольно-таки легкий рисунок. Схемка у вас есть, кому непонятно, что я объясняю. Я надеюсь, что, в принципе, понятно. Теперь 3 оставшиеся мы провязываем изнаночной. Если хотите, я же вам говорю, включайте узор, именно схему, которую я вам дала в начале, и вяжите по схеме. Если вам понятнее более, как я объясняю, то значит вяжите вместе со мной. Теперь снова третья спица и первая вяжется лицевой гладью. Вот мы дошли до седьмого ряда. Первая у нас изнаночная, и уже здесь сразу идет дорожка. Мы меняем местами лицевую, изнаночную и провязываем лицевую, лицевой, изнаночную, изнаночную. Вторая дорожка меняем и провязываем. И здесь же третья дорожка меняем и провязываем. И оставшиеся петли до конца провязываем изнаночными. Третью спицу и первую мы провязываем лицевой гладью без изменения. Восьмой, девятый и десятый ряд узора я вяжу по рисунку. Первая изнаночная, вторая лицевая, третья изнаночная, четвертая лицевая, пятая изнаночная, шестая лицевая. И до конца ряда провязываю изнаночными. Третья и первая спица, как всегда, лицевой. И вот мы дошли до 11 ряда. У нас сейчас дорожка будет поворачивать налево. Первую, как всегда, провязываем изнаночной. Вторую с третьей меняем местами. Но, обратите внимание, первая с этого поворота вяжется лицевая. И вторая тоже лицевая. Теперь меняем снова дорожку. Изнаночную делаем первой и провязываем ее изнаночной. То есть только в начале ряда мы будем делать вместо изнаночной первую лицевую с
Все остальные мы будем делать без изменения, как всегда мы делали. Изнаночная. Первая. Вот так вот. И лицевая. До конца ряда провязываем изнаночную. И третью и первую спицу мы провязываем без изменения лицевой гладью. 12 ряд. Первую делаем изнаночной. Вторая у нас была лицевая, значит вяжем ее тоже изнаночной. И делаем наши поворотики. Как в начале ряда я вам говорила, изнаночная вяжется лицевой. А дальше продолжаем лицевая лицевой. И когда поменяем следующую пару, изнанка вяжется уже изнанкой. Вот изнаночная, теперь лицевая лицевой. И третью дорожку поменяли местами. Изнаночная изнаночной и лицевая лицевой. До конца ряда этой спицы вяжем изнаночными. Третья и первая спица лицевой гладью. 13 ряд. Начинаем снова изнаночная. Вторая была изнаночная, значит в этом ряду лицевая. Теперь снова изнаночная и меняем местами. Не забываем, что в первой дорожке у нас изнаночная лицевой провязывается. Следующая лицевая провязывается лицевой, все как обычно. И еще меняем две наши пары. Вот так вот. Изнаночная провязываем изнаночной. Лицевая провязываем лицевой. И третью дорожку поменяли изнаночной, изнаночной. Лицевая, лицевой. Смотрите внимательно, если у вас тоже раздваивается вот так вот ниточка, чтобы вы из одной петли сделали 3 или там 2. У меня такое поначалу было. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Итак, мы закончили сейчас 13 ряд. Третью и первую спицу снова лицевая. И вот мы с вами подошли к 14 ряду. Он является последним в рапорте узора. И... первую мы провязываем изнаночной, как всегда. Вторая у нас была лицевая, значит мы ее провязываем изнаночной. Делаем нашу снова путанку из первых петель. Теперь следующую нашу дорожку вот так вот меняем. Первая, как всегда, вы помните, провязывается лицевой, вторая лицевой. Во второй дорожке снова меняете вот так вот. Первая петля получается лицевая перед работой, изнаночная за работой. Первую провязываем изнаночную изнаночной, вторую лицевую лицевой. В общем и так далее. То есть все без изменения. Вы провязываете третью дорожку. Здесь изнаночную провязываете изнаночной, лицевую лицевой. Последняя наша изнаночная. Итак, теперь смотрите. Мы провязали с вами, вы довяжете лицевую вот эту гладь с последней спицы. И так мы, получается, с вами провязали уже 14 рядочков узора нашего. То есть вы теперь будете повторять наш узорчик с самого начала. То есть первый ряд вы сейчас будете лицевая и изнаночная чередовать. То есть не забывайте, что первая и последняя у вас всегда должны быть изнаночные. То есть следующий ряд у вас получается первая изнаночная, затем лицевая, изнаночная, лицевая. В общем, доделывайте до конца ряда. И вы увидите, что это вы провязали, чередуя лицевую и изнаночную, первый ряд нашего узора. И все заново повторяете. Хотите, посмотрите по схеме, хотите, включите заново вот эту часть видео, как мы с вами вязали. То есть, смотрите, мы провязали 14 рядов. Как это можно посчитать? Смотрите, вот у вас изнаночная, вот с резинки. Ее не считаете. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Но вы довяжете еще здесь 14 ряд. То есть мы провязали 14 рядов. Нам нужно провязать до пальчика, до начала вывязывания пальчика 27 рядочков. То есть мы провязали с вами 14. И нам нужно провязать еще 13. То есть полностью вот этот узор, кроме последнего нашего 14 ряда. Повторите еще раз рапорт этого узора, кроме последнего, который мы сейчас провязали. И мы с вами продолжим.